Мы зашли в магазин большой Макси Поли в городе Либерия. Ну, вот на холодильничке цены 22 тысячи, тут 18, что-то даже есть холодильник. В общем, там была резина на машину, она дешевле, чем в России, от 1500, 13 радиус, велосипед с дисковыми тормозами, 10 700 рублей на наши деньги. Вон холодильнички по 17, вот такие вот тут вот холодильнички. И оля сеньорита, в общем, ходим, гуляем, смотрим, что где почем. Полотенца тут вот есть, но это небольшие, по 160, кстати, они походу в дюймах, размер в дюймах указан. 20 дюймов — это 50 сантиметров, 20 на 45. Купить, что ли, полотенчик это? Слушай, куплю полотенчик, классное. Вот зелененькое только возьму, вот то. Вот такие полотенчики, довольно большие. Где-то 1 20 на 50 сантиметров. Такие тут женские товары, мужские, детские, лифчики, трусы. Всякие утюги, доски. Вот, вот такие цены. Кому надо, тот нажмет на стоп и посмотрят. Вот. Все обычный, как вот лента, магазин. О, кстати, чехол на руль. Чехол на руль. 350 рублей. Мне не очень такой нравится. Я бы хотел такой кожаный, которым шнурком стягивается, купить. Провода для прикуривания, щетки для дворников, чехлы, какие-то салфетки. Вот. Хороших вот чехлов нету на руль. Тут вот тоже всякая автохимия. Домкрат вон. 600 рублей, кстати, двухтонный домкрат. Коврики. Чехлы для байков. Какие-то тут... проверять давление. Вот такая штука есть. 100 рублей на наши деньги. Купить, что ли, ее? Ну. Удивительно. Вот такая штука стоит 990, а вонючка на стекло стоит 970. С ума сойти. Цены на матрасы очень смешные. Палатки, вообще все недорого, все очень-очень приемлемо. Очень-очень мне нравится. Инструментики тут всякие, ключики. Блин, какой набор ключей классный, а? Всего 290 рублей. Вообще суперский набор. Дешевле, чем в России. Хромированные такие классные ключи, прям... американский, наверное. Ну-ка посмотрим. Made in Costa Rica. Вот что-то тут. Коста-Рика. Всякие клея, фонарики, лампочки. Женя. Всякие футболки, одежды, детская одежда. Вот такие цены, 270 рублей. Всякие тапочки, сланцы, всякие труселя, носки. Вот такие цены, все видно, качество съемки хорошее. Вот всякие тут подготовка к Новому году, елочки. Садовые принадлежности, игрушечки всякие. В общем, мы набираем тележечку, набираем. Купили кофе. 3 пакета по 200 грамм натуральный костариканский кофе. Стоит 100 рублей за 600 грамм натурального кофе. Где еще можно увидеть такие цены? Вот, например, манговый сок стоит 110 рублей. Вот такая натуральная немецкая шоколадка. Около 100 грамм. Ну вот я не нашел, какая тут, какой тут вес. Стоит 80 рублей. Перловка 200 грамм, дороговато, конечно, 37 рублей.
масло вот это вот, оно соевое масло, не из подсолнечника, 70 рублей. Макарошки вот такие по 20 рублей, тут 200 граммовые пачки. Вот такие макарошки 15 рублей, тоже 150 грамм пачка. Ну такие вот на раз так вот сварить. В общем, ну такие вполне адекватные цены. Мы в алкогольном отделе. Здесь продаются такие вина. Красные, белые. Вот это 250 рублей за такую бутылочку брюта. Брюта — это шампанское. Вот есть за 2000 вот такой Дон Симон белое вино. Вот, кстати, мы взяли за 2500 две бутылки по 6 градусов вина Фреса. То есть это фруктовые вина легкие. Две бутылочки, 250 рублей. Очень выгодная цена. Также здесь продаются орешки, закусончик, всякие штучки-дрючки. Вот, чипсики там, значит, ну, всякие приколюхи. Вот. А это что такое? А, это чипсы из, как она там называется-то? Короче, типа такая картошка. Юка. Чипсы из юки. А так тут есть водяра. О, Малибу, 950 рублей. Ну, нифига себе. Вот, водка тут стоит в среднем, ну, вот, около 400 рублей за бутылку, кстати, за здоровую. Так, 500 рублей, Поляков. Вот, такие вот цены. Все есть. Как бы очень похоже все на Россию. Вот пиво стоит 95 рублей. Прошу обратить внимание, какого оно размера. Вот это банище, короче, 740 грамм. 740 грамм. Вот. Это очень похоже на Бад, только называется Будейсер. Ананас 33 рубля за штуку. Берем не глядя. 33 рубля за штуку. Да, я умею. Надо вот, хочешь, научу, как выбирать ананас. Надо вот отсюда из-под корня вынуть один листочек. Если он вот так легко отрывается, как у меня сейчас, значит, он спелый. Не, надо взять 3 штуки. В общем, накупили 2 тележенцы вот таких здоровых. Вот это вот не моя, а вот это вот я накупил. В общем, стиральный порошок, целое ведро, плюс ведро с крышкой, 5 килограмм порошка стоит 410 рублей. Ананасы по 30 рублей штука. Вон там внизу для ребенка я купил бустер, чтобы полиция не штрафовала. Штраф $500, а бустер стоит $30. В общем, вышло у меня покупки на где-то на 4000 рублей, где-то на 60... На $70, наверное, я накупил. В общем, ну, 3800, 38 тысяч чем-то по чеку, 38 тысяч калорий.